Наступил пожароопасный период, и в департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что чаще всего причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем, а также сжигание мусора. С 1 по 4 мая на территории области зарегистрировано всего 25 пожаров. Из них 5 пожаров произошли на территории садоводств, 7 пожаров на лесопокрытой территории. Это у нас район Теленколь, Павлодарский район, Железинский район, Байнаульский район. Остальные 13 пожаров в основном произошли в жилом секторе. По выявленным, по данным возгораниям, в настоящее время определяется причина и ущерб. Всего составлено за выходные 8 административных протоколов в отношении нарушителей правил пожарной безопасности по статье 410 и 336. В Павлодаре участились факты возгорания и дачных построек. А с общей площадью 1239 квадратных метров было повреждены дачные садоводства, то есть дачные домики. И было, происходило горение на 30 гектарах сухой травы и камыша. Всего по дачным садоводствам было зарегистрировано более 40 выездов, то есть это загорание камыша, сухой травы, мусора. Жители города настоятельно просят быть внимательными, с осторожностью обращаться с огнем и в случае обнаружения пожара незамедлительно звонить 101.